Всем здравствуйте! Если вы смотрите это видео, то наверняка вас мучает то, что на вашем ПК Far Cry 4 не запускается, а точнее открывается игра в черном экране и наглухо виснет. Проблема заключается в том, что двух- и трехъядерные процессоры не поддерживаются. Например, наш пенек G3258 игра не пропустила. Что же делать? Для начала скачать фикс для двух ядер. Ссылка в описании к видео. Работу на трех ядрах мы не гарантируем, но можете попробовать, у некоторых срабатывает. Дальше отключить антивирус и распаковать файлы в папку bin, которая находится в папке с игрой. Далее, если на лицензии запустить файл Far Cry .exe и тут же следом Extreme Injector V3 .exe, все равно получим черный экран. Не отчаиваемся! В настройках инжектора ставим галочки, чтобы программа не засекла вмешательство. Закрываем программу. Далее запускаем от имени администратора Cry.exe и тут же следом от имени администратора Extreme Injector V3.exe. И наслаждаемся долгожданным запуском игры. Кстати, можно в свойствах файлов запуска установить настройку от имени администратора, так будет легче. Если Extreme Injector у вас не запускается, то обновите Microsoft Net Framework до версии 4.5.1. Наслаждайтесь! А с вами была Арина, увидимся!